Парень говорит мимо проходящей девушки. «Девушка, вашей маме зять не нужен?» «Нужен». Парень затих. Девушка ему. «Ну и что дальше? Так и будешь молчать?» «Хрен знает, так далеко еще не заходил». Общаются двое. «Прямо не знаю, что подарить своей девушке на 8 марта. Цветы завянут, мобильник сломается. Так подари ей шарик от подшипника. Оригинально и не сломаешь». Жена говорит мужу. «Дорогой, слышишь, в новостях передали, что у пенсионера украли часы за 8 миллионов рублей». «Вот из-за таких пенсионеров пенсии скоро совсем отменят нахрен». Одна подруга рассказывает другой. «После новогодних праздников решила влезть в свои джинсы. От моих стонов муж возбудился, пришлось снимать». Муж приходит домой с работы. Спрашивает жену. «Дорогая, а что сегодня будет на ужин?» «Сегодня на ужин, дорогой, будет одно грузинское блюдо. Жри, что дали». Волк женился на лисе. На следующий день после свадьбы к нему заходит медведь. Волк сидит в одиночестве, в стельку пьяный, и бормочет. «Ну, погоди!» Медведь спрашивает. «Ты чего? А где молодая жена?» «Да выгнал я ее! Она меня, падла, всю ночь зайчиком называла!» Сидит пьяный прапорщик в сортире. Солдаты решили над ним пошутить. Рядовой стучит в дверь сортира и кричит. «Товарищ прапорщик, ваша жена Ирина Семеновна опять в бане с солдатами моется!» Прапор с выпученными глазами, приспущенными штанами вылетает из сортира, спотыкается и летит прямо в кусты. Очнувшись, думает. «Что-то нервное стал, или бухаю много. Ведь мою жену не Ириной звать, да и разведен я уже лет 5.